Итак, здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас очередная распаковка из модной касты. И в этот раз она пришла ко мне не совсем в стандартном виде, да, как обычно в коробках или в пакетах, а вот в такой вот упаковочке, потому что здесь у нас украшения. Конечно же, я эту упаковку уже вскрыла, потому что мне нужно было проверить наличие всех камешков, чтобы все было аккуратно и хорошо, потому что в основном украшения идут на подарочек. Итак, мы сейчас с вами их рассмотрим. Каждую в детальке, что, какие камешки, какие сплавы, соответствуют ли размеры, в принципе, и какое качество. Итак, первое хочу показать вам вот такую вот подвесочку. Сейчас мы ее будем распаковывать. Да, хочу сказать сразу, что все эти украшения одной фирмы, называются Precious Silver. Это, в принципе, итальянская компания, но, в общем, они изготавливаются в основном в Индии и так далее. То есть поставляются камешки из разных уголков мира. Вот такая вот подвесочка. В принципе, она очень красивая. Значит, здесь идет серебро 925 пробы, покрытой позолотой 750 пробы. Значит, камешки здесь идут хризолиты. Это, скорее всего, вот этот зелененький и желтенькие вот эти вот камешки. И циркон двухкаратный. Значит, производство — это Индия. Как я уже сказала, страна бренда — это Италия. Значит, размеры здесь идут 2 сантиметра на 1,2 сантиметра. В общем, такая вот красивая подвесочка довольно-таки. Но хотя она маленькая, если честно, я думала, что она будет гораздо больше почему-то. И есть один маленький нюанс, который я не досмотрела при заказе. Здесь нет одного, вот видите, камешка. Я хотела, конечно, товар вернуть. Но он невозвратный, но, допустим, если вот такого типа, да, повреждения, то, в принципе, я могу его вернуть. Но дело в том, что на сайте это все было показано, я, к сожалению, этого не заметила. Ну, ничего страшного, в принципе, думаю, что оно незаметно. Но мне очень понравилась эта подвесочка, еще есть там колечко такое, просто его не успела купить. Но я думаю, что будет летом смотреться просто идеально на шейке. Так, следующее украшение — это у нас идет колечко с гранатами. Сейчас мы его тоже распакуем, посмотрим. Да, все украшения идут, вот видите, с бирочками, но почему-то они идут отдельно абсолютно от украшений. Видите, да, размеры здесь 18, здесь, короче, все описано. Вот такое вот колечко. Это тоже серебро 925 пробы, покрыто позолотой 750 пробы. Вставочка — мозамбикский гранат, по-моему, здесь 1 карат. И размер 18, я, конечно, ношу в основном от 16,5 до 17. То есть я думаю, что это будет колечко на меня большое. Но сейчас проверим, насколько вообще размерная метка подходит. И опять-таки, это страна производства — Индия. Но я очень давно искала что-нибудь типа такого, потому что все, что я видела с гранатами, очень было как-то, ну, не очень красивый стиль, если честно, мне не нравилось. Вот, сейчас посмотрим, как она сидит на пальчике. Вот, довольно свободно. На указательный я не хочу его одевать. Я не люблю такие тоненькие перстни на указательном пальце носить. Вот, но, в принципе, мне кажется, что смотрится, в принципе, интересно. Так, и есть еще вот такой вот наборчик. Здесь идет кулончик и сережки. Это я брала на подарок своей маме. Сейчас мы тоже посмотрим. Мне сразу понравился этот набор, потому что он очень смотрится, вот этот наборчик, смотрится он просто офигенно. Я вам скажу, здесь очень крупные камешки, значит, это серебро, вставочки, камбоджийский белый циркон, вот здесь вот, и розовый циркон,
опять-таки страна бренда Италия, производство Индия. Значит, размеры вот сережечки, значит, здесь указаны сантиметр на полтора, кулончик полтора на полтора, вес сережек 8 грамм. Ну, я вам скажу, что я думала, что они будут совсем малепусенькие. На самом деле они выглядят просто шикарно. И на ушки я вам покажу, конечно, они смотрятся даже не маленькими. Так камешки переливаются. Конечно, супер. Я, наверное, себе тоже такой закажу. Потому что мне он лично очень-очень понравился. И все бы ничего, но есть некоторые моменты, которые меня, в принципе, смущают, да, это то, что здесь есть только проба серебра. Это здесь вот была она на внутренней части. Не знаю, видно вам или нет. Вот здесь она вот находится. Здесь проба только серебра, но нет пробы, которая бы говорила, что это позолота. Точно так же и здесь на кулончике. Вот здесь вот на ушке есть проба 925, то есть это серебро. Никакой другой, в принципе, здесь нет. Возможно, так и нужно, я как бы в этом сильно не шарю, поэтому, если вы знаете, как бы напишите, пожалуйста, в комментариях, буду вам очень благодарна. Еще одна штука, которую я нашла, я вообще очень такой дотошный человек, мелочам, то есть мне нужно просмотреть все до мелочей. Вот здесь вот на этикетках, я не знаю, где четвертая делась, куда-то я засунула, везде написано слово образец. То есть, да, описано, что, какие камни, все. И вот здесь тоже образец, образец, и вот здесь образец. Просто сколько мы покупали ювелирных украшений в магазине, да, я такого, в принципе, не видела, а здесь это есть. То есть меня этот вопрос насторожил. Поэтому, если как бы вы сталкивались с таким или знаете, что это такое, напишите, пожалуйста, в комментах. Следующая фишка. Вот здесь вот видите маркером, да, зачеркано, замалякано. Ну, допустим, если посмотреть на свет, сейчас давайте посмотрим, вот, четко видно. 156 гривен цена. Это у нас чего? Это у нас кулон. Это у нас кулон с розовым камнем. Так, дальше. Здесь, если посмотреть на свет, видно 150 гривен. 150 гривен это у нас подвеска с хризолитами. Так, и это у нас кольцо. Здесь у нас 151 гривна. Кольцо с гранатами. Теперь давайте сравним с теми ценами, по которым мне продала модная касса. Смотрим, кулон 200. Так, серьги, бирочку я не нашла. Подвеска 193 и кольцо 202. То есть видно, что цена продажи здесь была на порядок выше. Вот так вот. На этом наша распаковочка подошла к концу. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И скоро увидимся. Пока-пока!